Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. Дорогие друзья, в преддвериях 8 марта я хочу выразить свою благодарность и, конечно же, безусловно, признательность компании «Рога и копыта» за огромный вклад и развитие важного направления экономики нашей страны в строительном деле. Для тех, кто этого не знает, повторяю еще раз. Строительство является самой эффективной, самой стратегической фишкой страны. И ключевой фигурой этого направления является компания «Рога и копыта». С ее женщинами я не раз ходил в разведку. Надежная. Ни разу в разведке меня не подвели, потому что не знали, куда нужно меня подводить. Этих женщин я знаю давно, и я горжусь ими. И их не стыдно поставить в пример. Надеюсь, они платят налоги. Я поздравляю вас. Конечно же, надеюсь, что поздравил вас первым. Иначе и быть не может. Если у вас есть какие-то проблемы, всегда обращайтесь. Разумеется, я всегда помогу, чем смогу. Просите, и дано будет вам. Ну, конечно же, надеюсь, что у вас все есть. Желаю вам счастья, здоровья, конечно же, успехов в труде, в вашем нелегком деле. А подарок я давно уже вам приготовил. Нужно просто зайти в Кремль и забрать его, если пропустят. Удачи вам! Специально по такому случаю я заказал праздничный салют. Разумеется, за ваш счет. Это необыкновенно красиво. На это стоит посмотреть. О деньгах можете даже не беспокоиться. За ними придут завтра. А сегодня наслаждайтесь салютом.